Карабах – это Азербайджан. Наша цель – дальнейшее процветание региона. Именно к этому будут стремиться Турция и Азербайджан. Об этом, как передает канал 13, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на параде Победы в Баку. Турецкий лидер поздравил руководство и народ Азербайджана с победой в борьбе за целостность Азербайджана, выразил соболезнования родным и близким павших героев. Эрдоган подчеркнул, что боль Азербайджана – горечь Турции. Радость Азербайджана – это праздник и для Турции. Поздравляю сынов азербайджанской армии, которые после 30-летней разлуки воссоединили Карабах с родиной. Целую руки матерей, отправивших сыновей на фронт с молитвами. Также, как гвоздики, возложенные на могилы шахидов 20 января, напоминают о независимости, цветок Хары-Бюль-Бюль Нагорно-Карабахского региона стал символом свободы азербайджанских территорий, сказал Эрдоган. По словам турецкого лидера, за 30 лет оккупации армяне разрушили все населенные пункты на захваченной территории Азербайджана. Армяне разрушали даже кладбища азербайджанцев, грабили природные ресурсы, отметил Эрдоган. Президент Турции напомнил, что с началом контрнаступательной операции вооруженных сил Азербайджана армяне продолжили военные преступления, обстреливая города и села Азербайджана, что привело к гибели до 100 мирных жителей. Однако это не помогло противнику, и Армения понесла сокрушительное поражение. Президент Турции выразил уверенность в том, что Азербайджан под руководством Ильхама Алиева продолжит успешно продвигаться к новым достижениям и успехам. Эрдоган также выразил уверенность в том, что Турция и Азербайджан продолжат сообща продвигаться к новым успехам, успешно противостоять вызовам. Освобождение азербайджанских земель от оккупации не означает завершение борьбы, подчеркнул Эрдоган. Президент Турции отметил, что руководители Армении долгие десятилетия тратили ресурсы народа на удержание земель Азербайджана под оккупацией. Те, кто обрек Нагорный Карабах на разрушение, смерть и слезы, должны взяться за ум. Если народ Армении вынесет должный урок из последних процессов в Карабахе, то в регионе откроется новая страница развития, сказал Эрдоган. Adı sahibini demir mi aşkar? Hoşlukla vermezler toprağı ancak kanla mühürleyip zorla alırlar. İsa bulağının zümzümesini Cabbar'ın, Seyid'in, Han'ın sesini Dalgalı Karabağ şikestesini Babek türbesini Nice pay verim. Karabağ 30 yıllık hasretin ardından ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyor. Onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum. ...20 Ocak'ta şehitlerin kabirlerine bırakılan karanfiller nasıl bağımsızlığı hatırlatıyorsa, şimdi de Dağlık Karabağ bölgesine has Harı Bülbül, Azerbaycan topraklarının özgürlüğünün simgesi haline gelmiştir. Dağlık Karabağ yıkım, katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerinde artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor. Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını, Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcamıştır. Halbuki bu kaynaklar anlamsız müdafaa hatlarına, silahlara, gözlerini kin ve kan bürümüş yöneticilerin ihtiraslarına harcanmamış olsa bugün manzara çok daha farklı olurdu. Ermeni politikacıların bunu çok iyi tahlil edip barış ve istikrar temelinde geleceği kurma konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz. Ermenistan halkının da kendilerini geçmişin yalanlarıyla avutarak fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmasını diliyoruz. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli.
düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.